chuzi sim dhari sim dhuri simba dhuri sha. Om dhari du dhari dhuri so. 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 Om dhari so. Om dhari du dhari dhuri 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 so. Dudare dure so, omandare 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 dudare dure so, gawadi nyutu da jizun roma duju ne roa jijama, te salau kubar shu. Ani tāna shō gōm jāyā gā tūzū tāyā mārē gōm jīg jāgēs. Сегодня утром у нас не было времени для медитации. Как вы думаете, сейчас ли мы будем медитировать? Ani semgi nilu gom, tan naga nyeres. Что касается нашей совместной медитации, то она направлена на распознавание своего ума, осознавание своего ума и направлена на распознавание природы ума. Or this subject in Yana Yabuyore, Semgi, Shaktap Dembas, Okaza, or Semgi Shizachebas, Semgi Shizachebas, Semgi Shaktap Dembas, and Lamdu Ketsus, or subject Sumre, or the Indu Semgi Shizachebas, Sem singing the Karatus Nanatsi, and Zeche, or Tatire, or Nanya Manzu Gomia, the Semgi Shizachebas, and Ani semisikin di kandrechi du sajik. O, tso nami nye di tsongkai rahis. Перед тем, как установить бессамостность нашего ума, перед тем, как устанавливать пустотную природу ума, мы должны задаться вопросом, а каков же сам вообще ум? Это очень сложный вопрос, когда мы распознаем, осознаем свой собственный ум. Это нечто сложное. Вот, допустим, мне сложно
как-то идентифицировать свой ум, потому что ум — это не какой-то грубый объект, это не материальный объект. И довольно-таки сложно его описывать через какие-то определенные характеристики, рамки. Это очень сложно. И, например, Чанкья Ролбе Дорджи в своем сочинении «Распознавание матери» он пишет о том, что тот, кто занимается поиском, сам есть объект исканий, хотя об этом не догадывается. Вот Чанкья Ролбе Дорджи очень тонко об этом подметил, что когда мы начинаем думать, чем же является наше собственное сознание, наш собственный ум, то вот эта наша мысль, то это, чем является наш собственный ум, вот эта мысль и есть наш собственный ум в этом случае. И Чанкья Ролбе Дорджи писал о том, что тот, кто приступил к поискам, не подозревает о том, что он сам является объектом исканий. И вот когда мы пытаемся обнаружить свой ум, как-то идентифицировать его, охарактеризовать его, и это не удается нам, мы должны понять, что вот это текущий момент и есть текущий момент простой ясности, простого осознавания, и есть наш ум. Этот ум, как поток, как непрерывный поток, пришел из прошлого. Именно этот ум, этот поток и есть тот, кто переживает приятные и болезненные ощущения, испытывает весь этот спектр эмоций, переживаний. Наш ум — это нечто обособленное от тела. Наш ум — это нечто обособленное от нашей речи. Наш ум — это то, что временно находит пристанище в этом теле, в этой физической оболочке. И помимо этой простой текущей ясности, простой текущей осознанности, невозможно что-либо обнаружить в качестве ума. И здесь есть три раздела. Первый — это поиск ума. Второе — попытка покоиться в природе ума. И сегодня мы будем медитировать, как и вчера.
Это есть та Сейчас мы только что делали медитацию, которую делали и вчера. Во время этой медитации мы просто пытались осознать свой ум, осознать, уловить этот текущий момент открытости, ясности, осознавания, простого осознавания, простой ясности. Это есть первая часть, она называется выявление основополагающих качеств ума. И затем идет вторая часть, это часть попытка покоиться в состоянии этого осознавания. И что касается этой медитации, которая направлена на выявление основополагающих качеств ума, то, с одной стороны, мы просто пытаемся уловить, ухватить эту простую ясность ума. Под ясностью имеется в виду способность ума прояснить некий объект. Вот наш слух способен улавливать звуки. Слуховое сознание способно регистрировать звуки. Наше чувственное познание способно регистрировать, улавливать, схватывать те или иные свои соответствующие объекты. Поэтому под ясностью здесь имеется в виду в целом способность ума прояснять объекты, то есть схватывать объекты, регистрировать их. А способность к познанию — это когда мы удостоверяем эти объекты, постигаем, понимаем, осмысляем эти объекты. Вот этот текущий момент простой ясности, прояснения объектов, то есть этот текущий момент простого осознавания, осознавания наличия этих объектов, он еще в текстах называется как текущий момент живости, свежести. И я считаю, что мне кажется, что это термин, который в текстах упоминается как текущий момент живости, свежести, в текстах он называется хригева по-тибетски, хригева — живой, свежий, то вот эта свежесть, живость, она, ее необходимо понимать в рамках просто текущего момента ясности, текущего момента осознавания. Потому что, когда мы просто покоимся в этом состоянии, нет никакого конкретного материального объекта.
Сейчас мы перейдем к основному тексту, и потом у нас будет небольшая сессия вопросов и ответов. И что касается медитации, то это, с одной стороны, удивительное, возникает удивительное ощущение. Rani Deva Neshi Dunga Machichi Sashintunga Nidu Ki Gashin Tadu Yanda Yandu Kolongi Chundi Dabu Jigden Parun Rugyute Mungbe Jigden Go Dogbe Nene Song Kandu Lungdan Semne Migushin Nyeman Dawa Njubwa Mekyuwa Mishie Peta Netir Semne Ukchungshi Danu Kine Menga Tamje Tene Song Shebe Tun Chungse xie naas. Rangxin nyungma lhenji geba wese ki sem shi chukuru chakwaas. Xin dan nyungme sem, xindu chave sem, wese ki sem. O di shi chukuru chakwa teyin la. Tenyi gomdob ki ngusumdu nyamsu nyungme tse tokju dan. Ma ju charwe tokju ki samdengi. Ene, Musundu Yamzu Yon, say that Tojo Damaji le debitre, Masam Jeme, Shara Paruchin San Nashire, Tinza, Tojo is something Jishi Chashing. Shajaria Jishi Tinu Gomdoki Mangepe, eh? Musundu Tinichi Tobaji Majum Patera, Sipe Chaje, Roa Maluba Lusos, Lugans. Re chunyu ki tuen tiki en tuen ngusundu mato na en nyomunbe driba da shijir driba le trawa ji yung tuku maare, paang tuba ji yungu maare dinde inza en kohali ya korda ji yungu yuebe inza sipe chage rowa ma luba lu soos lu gyan teta ki rangshin nyume semte shen su gyan da sipa kohal kobe negab layans Rangshin nyungme semdi shen sui gyan langwaam chokwa metes. Jir kamsumgi semjian tamjeda. Kebar ngarge kamchung denba nam chiwe tse nangje topsun weseda jeba chave chiroos. O, da jidang shi chukudu rangchi suyo deba inzan in langbada chokwa yomaris. Kabare jigil tsikji yor ngak tsik. Changju sui gyan jimayi, sui gyan sungmayi, rangchi yongsu seba na. Dela Sanje, Sanje Jose, and Nashi, Changju singing the Rangi in it, Rangshingi to Matataba Tito, Lubu to Mopa, Tayin in the Changju Toyoja Mato, Jig Changju singing Chandajin to Levianji Yomaris said, Sui that long what the trouble singing Yomaris. Oh, Jir comes from you, Semjan Tamjeda, Cabrangarje come to the Chivet, Nanje to Suset Java, and Chavichiros, Coranches, Yedevichiris. Tedar Sharia. Tamarabe lamdu tamalbe lamdu dagi tamal saati wesegi lamdu saaji gani ba chwa yume wesed tamal tangi til kogu giresangdo tamarabe lamdu yuwa menu la terem mase dongamba phalchir ombu nijola gashin yanda yandu tam jegya dewa chembe ne ne sheba metos ta Reta Tande di Vesegi Sem Charia Chikti Kabayungarasana Lelbe Cup Adon Gabe Cup Lel Sat Anne Habdi Gabe Cup Dine Ni Kuwe Cup Tuzukablia Vese Kansam Chayaji Yedevachi Tingaranzu Musea Medevachi Labardu Anne Pumit, Tigjurgi Nakogi, and come sure latene,
Эне тенеги чи вэсэги чи рангчеги я серги юэдэ бачи. Ине я ти вэсэти вэсэту мотоне тонба ни дунге бати. Эн татападу шиковал кодэвен дон дан дебе канса тиги тиги ламла мала бен негабла. Эне тенде мэ тело комри мэ ба инза. Дава чембинете не шеба ямарес, шеба метес. Он бу ниджо лагаши, янда янду, там джойя, дава чембинете не шеба метес. Он туалес. Кимна, кимна, теи тамая, дече нене, йонсу шеба, таги йодеба, тагара, чесумба тарос. Та, нямлеба чекунгене шеба, неджо бене, дава чембин гори кюве, юме семти, цу шатаблиян бече. О, нилумги, та, ни туги севе каблея, ню меве се чатавлече. Ота седуги каблея, ню меве се чатавлече. Ота чидуги каблея, коранши шаг тилу мотрояче. Тенде инза ню ме семди, тонба ни юту чете, джоба мато, шен санге кангикя, джоба чия, мечеба инос. Ота ню меве се ки семди, тонба ни тоя ка тап, ота тиган бегу рес. Тире, та ди... Нега чембо имбаре. Танда лубен лужанги лета намже нала юнгу дуа. Нава сумбо табе не тамже кенги тезо мес. Нава сумбо мата чир ене кевар ене та джимбадо чудуну бена я тамже кенба то мингюрс. Ота нцик чима чишинду марите лета намже нала тире. Та кандар Наде тосу маримги тембе тамже домба весеги иши теги домба нила нямбар шаба тен нямша теги гю эне лар наде тосу тама меба о тендечи чумбе нимуте эне санге сатрес о тендес гор тенза гор гюве нюме семде дуни юду чеде джоба мато Шен санге кангиян трёба чиян мечеба инос, та тэба дучи замшчад. Когда мы совершаем медитацию, то мы не можем указать на наш ум, мы не можем сказать, что он возникает в этом месте, он покоится в этом месте и уходит в такое-такое состояние, в такое место. Мы не можем указать на локацию, местоположение нашего ума, хотя мы все время осознаем свой ум, мы чувствуем свой ум. И, наверное, ум похож на электрическое поле. Оно присутствует, но нельзя на него как-то конкретно указать. Точно так же невозможно указать на что-либо и сказать, вот это и есть наш ум. Наверное, некоторые из вас могут подумать о том, что на источником нашего сознания, нашего ума является мозг, но как бы то ни было, ум очень сложно ухватить. Итак, мы возвращаемся к коренному тексту, к автокомментарию на коренной текст, где приводится далее следующая доха, следующая духовная песнь духовного переживания, в которой сказано: «Поскольку она вне созерцания, о чем тут думать? Поскольку невыразимо, о чем говорить? Мудро бытия вводит в заблуждение всех живущих, никому не схватить умом изначальную природу». В другой дохе, в другой песне переживания сказано: «Тантре, начитывание мантр, размышления над объектом и созерцание – все это заблуждение твоего ума. Не загрязняя созерцанием чистый по природе ум, пребывая в блаженстве и не томись, ешь, пей, радуйся наслаждению, постоянно, вновь и вновь наполняй чакры. Благодаря этому учению будут достигнут противоположный берег сансары. Йогин пройдет, поправ главу омраченного мира. В неподвижности праны и ума, там, где бездействует солнце и луна, пусть он беспечно отдыхает в неведении. Разящий стрелой Сараха прошел, дав эти наставления». Я постараюсь по возможности разъяснить смысл этих фраз. Когда силой медитации йогин приходит к непосредственному переживанию дхармакая основы, изначальной природы месторожденного ума ясного света, он видит, что она несовместима с грубым и утонченным анализом и находится за пределами слов и описаний. Итак, комментарию на эти дохи, на эти духовные песни переживания
Но сказано, что йогин приходит к непосредственному, прямому переживанию основы в виде дхармакаи, и этой основой является на наше наитончайшее сознание, на сознание ясного света. Именно оно является основой каждого живого существа, и именно эта основа является дхармакаей. И сказано, что этот наитончайший ум ясного света присущ каждому живому существу, и никто не в состоянии отнять наше неотъемлемое качество, эту нашу неотъемлемую природу. И в одной из тантр также сказано о том, что когда уходят приходящие временные загрязнения, тогда раскрывается та чистота, которая есть наше собственное естество. И эта чистота не приходит извне, она просто проявляется. И когда это происходит, Будды достигают, Будды об этом говорят как о пробуждении. Говоря иначе, эта основа в виде наитончайшего сознания ясного света, присущая всем, она является неотъемлемым качеством нашего существования. И никто не в состоянии отнять, украсть эту чистоту, это наше естество, которое является чистым. Именно оно составляет природу пробужденную, нашу собственную пробужденную природу. И возвращаясь обратно к комментарию, сказано, что когда йогин переживает дхармакая основу, то есть непосредственно реализует наитончайший ум ясного света, он видит, что этот уровень несовместим с грубым и утонченным рассудочным анализом и находится за пределами слов и описаний. А потому зачем тогда созерцание, осуществляемое на основе грубого и тонкого анализа? И что может быть объяснено? Поскольку этот ум невозможно постичь посредством медитации, мудрое существование вводит всех живущих в заблуждение. Хотя все живые существа пребывают в неведении, их природа, этот изначальный ум, не может быть не постигнута им, не отнята у них, поскольку видение возрастания и обретения ясного света возникают в момент смерти всех живых существ трех миров и в особенности у рожденных из чрева обладателей шести элементов. Итак, когда мы посредством нашей практики устраняем это неведение, когда мы начинаем видеть, непосредственно переживать саму основу, доходим до наитончайшего уровня сознания ясного света, то мы раскрываем то, что присуще нам. Но этот уровень невозможно выразить посредством каких-либо слов, невозможно выразить посредством концептуализации, посредством подхода рассудочного анализа. И поэтому здесь сказано, невозможно постичь его посредством аналитической рассудительного подхода. Мудрое существование, то есть под мудрое существование имеется в виду омрачение, и в особенности два типа завесы, завеса омрачения и завеса познаваемого. Эти завесы вводят существ в заблуждение, и хотя существа пребывают в неведении, но их чистая природа, их изначальный ум, основополагающий ум, всегда будет находиться с ними. И невозможно отнять этот ум, наитончайший ум, невозможно его заслонить, разрушить и так далее. И поскольку, хотя все живые существа пребывают в неведении, этот изначальный ум не может быть отнят у живых существ. И поскольку такие более тонкие состояния ума, как белое сияние, красноватое возрастание и черное предостижение, проходят все существа, которые рождаются из чрева и появляются на свет из материнской утробы, то после прохождения этих трех стадий все существа на какой-то момент также доходят до уровня ясного света, наитончайшего ума ясного света, света смерти. И касательно этого,
Нагабуди также писала свое, Нагабуди в своем сочинении писал о том, что когда очищаются три проявления, то есть под тремя проявлениями имеется в виду белое сияние, красное возрастание, черное предостижение, когда они очищаются, и на последнем этапе, когда существо доходит до наитончайшего уровня сознания смерти, до ясного света смерти, и этот наитончайший уровень обращает на постижение пустоты, и при этом вновь не возвращается к грубым уровням, то это и есть состояние пробуждения. Когда это еше, это изначальная мудрость, медитативно погружается, равной степени погружается на постижение пустоты, и при этом не восходит своим грубым уровням, то это и есть состояние пробужденности. Нагабуди писал об этом. И помимо момента смерти, этот ясный свет также может проявиться у простых существ, когда они чихают, когда они зевают, когда они также находятся во сне, отходят ко сну, и также в момент совокупления. Поэтому... Но помимо, в отличие от йогинов, простые существа не в состоянии распознать эти моменты, когда ясный свет проявляется на очень короткий промежуток времени, когда существа зевают, чихают или, происходит, или находятся в совокуплении, в слиянии. В этот момент происходит исток элементов и... Но этот момент, когда проявляется ясный свет, он не распознается существами. Если не практиковать, не заниматься медитативным освоением, этот момент проходит незамеченно. Поэтому йогины, используя моменты сновидения, бодрствования, способны уловить этот ясный свет и в особенности способны его уловить в момент умирания.
рангши мебе тава тэнлэн бэп, эне сэм тила, эне чи татоту нямбаршане, сэм ти татоту нямбаршабе, тиги, топги, сэм ти тару чинде, тар нюме весер, отинде чиги, ютонгва нянгая чиги тола, юхондая чи. Ота тинде чиги, та нарешинцу тинде чире, тан жалу повачму сэчи йоре, янгё жалу сэчи йоре, ян. Тобачи кечечи яре. О, да тинде-тинде ги тоне. Весе чатып ги рымба маңбу еде ба. Да весе чатсаяте хачан кече имба. Деги нге летандам жеги лунгдамба дире. О, кандар нанче тосу матимна. Каба не кебе паду парчин туллалам на ян санье туку марис. О, да весе тиги ютонба нге ебе гоне. Лару мидаме нимучигла. Нанче тосу чин лунгдог. Нанче тосу маньоя ги тиндечи ги нимуте. Энне та санье бачирес. О, тенде сунгу яре, о, та намгю жу гендеме тале сунсу лаян, эне пей весе ги ише, о, та тенде чиги, эне ише унгонду чеба ина, цетиле я, эне санге туя ги нюба чиги ёдеба чиги, та кандар цетила санге чи кома тол туя чиги нюба ёдеба, о, ду сунгу яре, та унгоне тане ги пей Самим пей весе ги еши тенде чи, ане рангю литя туя ги тол бэзон чая чи, о тенде ре, о тух си инду танден дили я, тене, чи, кимна, теи тамма я, дине, дечен, нене, йон мише, йон сушеба, ме сая ла сова, тене, сараха ги, камин диги сунгу я ди, весе ги еши чая ди, та нега чембу рес, танда ганзу чачен сая ден, сим ги динги нилу, Нюме сэм диган мапап туя чиги. О ти тоне, эне, та карсуоре. Дядонга иши сына минду, о та чаджи чунгу иши. О гетап чагу гурес, о та кэзэ тэнэ чирэ. Ти та чи ром чи шуби кэзэ ин. Я чувствую, что здесь мне необходимо сделать небольшое введение. В целом, как я говорил выше, существует два вида ясного света. Это объективный ясный свет и субъективный ясный свет. Объективный ясный свет – это пустота явлений, это пустота природы, явлений, феноменов. А когда мы говорим о субъективном ясном свете, мы говорим о еше, об изначальной мудрости, которая постигает эту пустоту. Итак, есть два вида ясного света. Объективный ясный свет – это пустота, и субъективный ясный свет – это еше, это изначально исконная мудрость, которая постигает эту пустоту. И что касается, с одной стороны, пустоты, и с другой стороны, этой мудрости, то пустота на всех уровнях буддийского учения объясняется одинаково. Вот мы знаем, что есть подход сутры и подход тантры. В рамках подхода сутры пустота объясняется одинаково. Нет градации тонкости и грубости касательно объяснений, которые даются в отношении пустоты. Пустота объясняется одинаково. И сказано, что есть самобытие, истинное существование, которое, будучи объектом, подлежащим устранению, вот вера в такое самобытие устраняется. И пустота, поэтому в рамках подхода сутры объясняется одинаково. И также в тантре пустота тоже понимается одинаково. В тантре тоже невозможно выделить разные объяснения касательно пустоты. Поэтому, что касается объективного ясного света, то он по своей грубости и тонкости не различается. Но вот что касается субъективного ясного света, то здесь уже есть большие различия между грубостью и тонкостью. Когда мы следуем, практикуем в рамках подхода сутр, то пустоту постигает грубый ум, грубые уровни, поверхностные уровни нашего ума. Но когда мы следуем тантрой, следуем стезей тантры, то пустоту постигает тонкий ум. Тончайшие слои нашего сознания, тончайшее сознание. И в особенности это справедливо для анутара-йога тантры, для наивысшей йога-тантры. Поэтому сказано, что путь тантры – это путь, который глубже, чем путь сутры. Это путь, который приводит к цели быстрее, чем путь сутры, потому что здесь объективный ясный свет, а именно пустота,
постигается не грубым умом, а более тонкими, наитончайшим уровнем сознания. Вот почему путь тантры считается быстрым и более глубоким, фундаментальным, чем более глубоким, чем путь сутры. Итак, что касается пустоты, то она не различается по своей грубости и тонкости, она везде понимается одинаково. Но что касается субъективного ясного света, то здесь уже есть различия. Наш ум различается на разные степени, на грубые уровни, и на более тонкие, и на тончайший уровень сознания. И для того, чтобы проявить этот субъективный ясный свет, дойти до наитончайшего уровня, например, применяются разные техники. Если это тантра Гухья Самаджи, то в ней используется методика растворения ветров. То есть мы здесь последовательно проходим через растворение земли в воде, вода растворяется в огне, огонь растворяется в воздухе и так далее. То есть мы через эти техники последовательно растворяем ветра. И через это доходим до наитончайшего уровня сознания. Вызываем, пробуждаем в себе восход субъективного ясного света. Если же речь идет о таких тантрах, как чакра самвара, хеваджра, то здесь методика основана на основе прекращения, на основе опустошения. Вот на так называемой технике основе опустошения, на основе прекращения. И, как правило, эти тантры, чакра самвара, хеваджи, связаны с практикой тумо. Через практику тумо практикующий доходит до наитончайшего уровня сознания. Если же мы говорим о таких системах, как дзогчен или дзогчен, который принят в традиции нингма, или махамудра, которая принята в традиции кагю, то здесь вначале дается введение в природу ума. Мы пытаемся уловить вот этот просто текущий момент простой ясности, простой осознанности, и видим, что ум как таковой, он лишен какой-либо самости, он не обладает своим собственным бытием, не обладает самобытием. И когда мы покоимся в текущем этом открытом, ясном, осознающем моменте, ум утончается, и мы доходим до ясного света, то есть доходим до субъективного ясного света, до тончайшего уровня сознания. И, конечно же, есть также другие техники, это радужное тело, это практика пова, перенос и так далее. Но, опять же, есть разные техники в рамках тех или иных традиций, в рамках тех или иных тантр, но все они направлены на раскрытие, на восход субъективного ясного света, или, если говорить иначе, на раскрытие наитончайшего уровня сознания. И выше я приводил цитату из труда Нагабудхи, который говорил о том, что до тех пор, пока не будут очищены три проявления, и до тех пор, пока индивид не будет возвращаться к ним, можно бесконечное множество кальп подвязаться в практике, но пока эти три проявления не будут очищены, отринуты, состояние пробуждения не будет достигнуто. Другими словами, это означает, что когда мы проходим через три проявления, то есть проходим через этап ясного белого сияния, через этап красного возрастания, черного преддостижения, в конце доходим до четвертого, самого глубокого уровня всех, четвертой пустотности, четвертой пустоты, которая есть наитончайший ум, наитончайшее сознание. И этот наитончайший ум, этот ум ясного света обращаем на постижение пустоты. Вот тогда происходит достижение полного пробуждения. И когда мы не выходим обратно, когда этот наитончайший ум не возвращается обратно на грубые уровни, на грубые слои, то это и есть состояние полного пробуждения. И в традиции Гелуг вот по этой причине и говорится, что когда достигается вначале символический ясный свет, то мы обретаем, раскрываем в себе такую силу, благодаря которой уже в этой жизни можем достичь состояния пробуждения. То есть это уровень опустошения ума, уровень
опустошение, стадия опустошения ума, здесь мы достигаем символического ясного света. И вот почему далее также приводится цитата из духовной песни переживания Сарахи, в которой сказано: «Люди любят поговорить о том, что приносит наслаждение, но у них нет подлинного знания сути великого блаженства». Вот когда мы говорим о таких вещах, как наслаждение, великое блаженство, надо понимать, что все это есть отсылка к субъективному ясному свету, или, говоря иначе, к наитончайшему уровню сознания, к сознанию ясного света. В Махамудре это есть окончательная, абсолютная природа ума. В других традициях это может называться союз блаженства, пустоты, союз ясности, пустоты и так далее. Но как бы то ни было, вот везде здесь приводится отсылка именно к субъективному ясному свету, к наитончайшему уровню сознания, который обращается, направляется на постижение пустоты. Metaphorically light, or toda'a, or a tzalul kedugma. Im itzlachnu b'chaim ha'ele, laf'il et toda'at ha'or ha'tzalul, hofechet liyot toda'at ha'or ha'tzalul kedugma, bevada'ut b'chaim ha'ele, anachnu negshim et matzav ha'buda. Az im anachnu samim la'atzmenu matarot, לתרגול, כדי להפוך להיות בודה, לפחות בטכניקות האלה. המטרה שלנו צריכה, אפשר לומר שהמטרה שלנו צריכה להיות כזאת, שאנחנו צריכים להגיע לשלב שבו הצלחנו לגלות או להפעיל את, או להשיג את האור הצלול המטאפורי, כדוגמה. אם הגענו לשלב הזה, בוודאות בחיים האלה אנחנו נהפוך להיות בודה. אז זה מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו, אפשר לומר. אז שרה בטקסט שקראנו, הוא מדבר על תודעת האור הצלול, והוא אומר שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לגרום לה, להפוך להיות גלויה. לגרום לה להפוך להיות גלויה, להפוך אותה להכרה נשגבת שהיא ייחוד של ריק ואושר עילאי. אנחנו קוראים, נקרא לה מהמודרה, אפשר לקרוא לדזוקצ'ן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בתרגול מנקודת המבט של טנטרה. תנדג'י ועשגי יוג'ן ועשגי אישי צ'רטב צ'יאצ'י תולה, תה כנסה כבר כנדה מנדה ומנדה יורי סיינדו, צ'יקצ'ר ועשגי, רמג'ן ועשגי, чикча ба сэнгэнтэй, та пэдэ кангса, пэдэ пача сэ дэнгэ, пэдэ та омбу номбу сэнэ мэнду, ва тэндэ чиги, пэдэ тумун ламжанда чэ ва тузу канга, кя онгома нам сон цава, ва тэндэ чигла чикча ба сэнгэнтэй. Та тэнэ, энэ римчин ба сэнгэнтэй, цэ дэлэ я, энэ римбашинду лаб чэ, ва тусы ян ронго нэ, та ти кэбар ё рэ сэнэ, тэ табу ча чэнгэ тоба кя ва лэнэ, цэ онгома ам, Se tu yen la, lam ngama ngama la jane, lung umar njuba chanwa shik yen la. Sem chiyan mito par, joba tabu, mikwa kanruun chik la, mik na yans. Lam sa, vese chaja chenbu, ngusum du, kora rangdub ki ya shar yunga chik. Ngusum du chebe, kansa dila, kagyu kongman nam, chikcharwe tanyen zete es. Kape le stan diyan, Chubchengi Luchigimbarre, Kansa Jambe, Chochenla, Chigzerwane, Tembarcha, Shen Jungshin, Jethamji Kembe, Runga Sajunre, Sajun Tuyang, Lung Umar Shuba Changba Shigi, Miba Chila Tekyang, Lung Umar Duba Shig Nango, She Sumbata Nechikos, Lung umar shuba changba shigi, mikba jila tena. Lung umar shuba changba shigi, yane mikba semla teba zamgi, yane
Йоги на продвинутом этапе практики не порождает концепции «хорошо и плохо», но лишь оставляет этот, сделавший своим объектом пустоту и ставший сутью великого блаженства изначальный ум в его естественном состоянии. Если в своих предыдущих жизнях или в первой половине этой жизни он уже прошел начальный этап пути очищения и обучился введению энергии в центральный канал, то благодаря созерцанию любого подходящего объекта в состоянии неаналитической медитации ему удастся осуществить подлинную махамудру ясного света. Поэтому мастера школы Кагю издавна называют таких учеников «достигающие цели за один шаг». В Капе сказано, Капа это тоже духовная песня переживания Махасидг. В ней сказано, того, кто имеет уже накопленный запас практических навыков, называют «достигающий за один шаг». То есть здесь речь идет о двух типах учеников. Это те, кто способны пройти мгновенным путем, и те, кто идут постепенным путем. Ученики, которые идут мгновенным путем или достигают за один шаг результата, это ученики, которые обладают очень высокими, выдающимися способностями. Это ученики, которые, как правило, в прошлых жизнях или в предыдущей части своей жизни уже притворили в жизнь общие практики. А ученики, которые следуют постепенным путем, это те, кто в этой жизни должны, это те ученики, которым в этой жизни необходимо постепенно тренироваться во всех стадиях этапа пути. То же самое сказано Цанкапа и его сочинении «Светильник», проясняющий 5 этапов стадии завершения Гухи Самаджи. Какому бы объекту ни обратился тот, кто овладел методом введения энергии в центральный канал, энергия собирается в его центральном канале. То есть здесь речь идет о учениках, которые следуют мгновенным путем. В силу прежней своей натренированности, к какому бы объекту ни обратиться такой ученик, кто овладел методом введения энергии в центральный канал Авадути, энергия сразу же собирается там. Однако те ученики, которые не наделены такими способностями, для реализации подлинной махамудры непременно должны выполнять тумо и прочие практики, входящие в 6 дхарм наропы. Например, Миларепа в начале своего обучения главным образом практиковал 6 дхарм наропы в соответствии с традицией наставления наропы и марпы, благодаря чему добился осуществления махамудры. Миларепа учил, махамудра – это обитель воззрения. 6 дхарм наропы – это обитель медитации. Глубокий путь метода – это обитель даяний, деяний.
Спонтанное обретение трех тел – это обитель достижения. Он также чрезвычайно восхвалял практику тумо, называя ее «мое тумо» – это атум. Дхармараджа Сакьяпандита некогда даже сказал, руководство, именуемое шесть дхарм Наропы, после Миларепы прекратило свое существование. Кампопа также достиг подлинной реализации изначального ума, предварительно выполняя практику тумо. Существует множество других примеров. Итак, существует два типа учеников. Это те, кто следует мгновенным путем, и те, кто следует постепенным, поэтапным путем. И те, кто следует постепенным путем, они вначале очищаются в соответствии с общими этапами путей. Затем им необходимо выполнять такие практики, как овладение тумо, внутренним жаром, практики, которые описаны в шести дхармах Нарупы. Это практики Дзогчен, Махамудры. И таким образом в конце они добиваются восхода субъективного ясного света, то есть достигают уровня наитончайшего сознания ясного света и способны обратить его в сторону постижения пустоты. Есть два типа учеников. Переводчик уточнял у Ринпоче, о ком именно идет речь в речи Сакьяпандиты. Руководство, именуемое шесть дхарм Наропы, после Миларепы прекратило свое существование. Здесь имеется в виду Миларепа. И у нас остается полчаса. Давайте уделим эти полчаса для вопросов и ответов, для сессии вопросов и ответов.
שהיא לא דואלית? אוקיי. אני תוהה אם אתם שמעתם את השאלה של איקי. אוקיי. אוקיי, אז אני אחזור לשאלה של איקי ואז אני אתרגם אותה לטיבטית. I'm just going to repeat the question that Iki asked. I'm going to repeat it in Hebrew, then I'm going to translate it into Tibetan so that you guys can probably catch it together. Я повторю вопрос вначале на иврите, а потом переведу этот вопрос на тибетский. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их через чат Миши. В списке участников вы можете найти его, его имя. Миша Ру Ассист. Вы можете прислать ему вопрос, и он передаст ваши вопросы организаторам. И в один из дней ваш вопрос будет задан Ринпоче. מאחר ויש לה חזות דואלית, מאחר ולתודעה כזאת, שמישהו לא מתרגל, מופיעה חזות של קיום אינרנטי. אז נראה שקשרים פה, אתה אומר שקשרים פה שקורא לה תודעת אור צלול, שיש לנו הפסקים של תודעת אור צלול, נראה שקשרים פה אוקיי. אז לא דווקא בהפסקים, אלא באור הצלול של המוות. זה נשמע כאילו שכולם יש את זה. Да, Римпоче, Юджинги Весесия, Дила Семчен Тамаби Кабла, Пенангацу Даво, Шибе Кабла, Легитовги, Шибаина, Ани Чиве Весе, Мунду Джуду, Чиве Каса, Дила Весе, Ди Минде Де Тауаина, Курансамна, Кеси Весеина, Нингме Сем, Нимесем дендечи ингоги мендрос, дендечи коа денде давочи ленгиоса, коа тата ина, мена, кайнсена куран тобакар ресена, дила тинги римба, ди лобжон че ду, лати римба че дзебе, ди чактеб чи ярвала, дила карла гео ресена, семчен тама бекабла, ани леги топги, ди джунва римне джене тимба ина, Ani tama di shiwe wese di mundu gyudu dila wese siya di mintabare. Ine wese tsenibama res. Chizan kuransan na wese tsenibama mebegi gyumtsen kare insa res. Peshe dila sheba dila ninan yosa res. Ninan tan cheba di wese chi insa res. Digana yan peshe di Kuran ranshingi jube nangwa denda wachi nangires. Chezan dila vese min denda wachi tanayang. Ine vese tsenipa ingi mares. Chezan limoche tanda di jiwe kapsula yang ngatso semchen tamabala. Semchen tam ngatso dawo tamchela. Nyanemba ina, mena, lalama, shuma. Dende vese di shawa ina. Rimboche dende vese dende lo ni. Ниме денде чигла
Шагиона, семена латирим, потому что сумбананчин, дила уэсэ ланая, уэсэ цениба марэс, тэнэ сумгена. Так, тирвас, нюме уэсэ сэнгэн, дэ сэба синду чава чигла сэгэ юэ баче, дэлэ я, ани нюме уэсэ сэя чиг, таня чиг таги юэ баче, та, нанче топсун римги ти, Леванги чивекавла юнги юбаче, ти шугу тела тамче тонба вэсэ сэнгэнчи шерги юбаче, о тэлэ я, ани нюме вэсэ сэвэ таньэн тэндэн рэ, та вэсэ мабу сэ сэ чи юрэ, танда керан игиги камэн ти сунгу мэду мэду, вэсэ мабу сэ сэ, май вэсэ карэ рэ, ши тамэ бэ нэгэв ги чирим читава шинду тимбэ, ани вэсэ тела май вэсэ чэвэрэ, та сэмбэ кавлэ я, Чондар Чешане, Титуни Тобе Лолия Джарже, Тимбо Сачу Мерим, Тим Менея, Тимсун Самбе Мебачене, Эне Наче Тосун Ринги, Тим Менея, Тимсун Самбе Мебетоне, Тамже Томба Весе, Шар Менея, Шарсун Самбе Мебачене, Тинилия Рашиме Таватене Бене, Эне Тони Гоншавати, Та Мус Печу Тане, Чиве Кабгу Весе, Шар Юмбе Кабла, Телия Тони Тобе Лои, Ani nyamarshani. O tindu, ani ngar jondar chesha wadu puche, ngusu lewang tru wadu mache, ani wese mabu ses. O tuks re. Ta, tanda, o tati diksasu, tilap sasu. O mai wese ti chirim ti chita wachinu timbati che, puyu wese tunyu tobe ishe, semshindu chavati tunyu tobe ishe ti che, ti koran tataji nyamdo yungu yinzo wese mabu sese ta tire. Ta, ta ti tunyu ngusun tobo mare, ti toba re sa, tuzo kanga demba re, ti demba re. Ani wese ina, ani tunyu ngusun tobe ishe yungu mare, ti kari shasna. Семен тату пе вэсэ тэян, вэсэ рэ, вэсэ и, вэсэ мингэ табарэ, вэсэ чима чишин рэ, лавгэ марэ, вэсэ чима чишин марэ, лавгэ марэ, тэндрава тэян, тунь ngусун тобэ ишэ марэ, соджэ гэсагэ, дирэ, да, тунь тобэ, лочэ рэ, о тусэр, о та тузу рэ, нина йор, дэнду йор са тузу, дэнду нава йор са тузу рэ, о ти инду ngаран самба чэна, О, тилы я вэсэ ки таня таба рэс, вэсэ рэс, лапшан дикса рэсэнгэ дуус. Та ти, о, тэнгэ вэсэ ки ищи сэ тэнэ марэ. О, та, тэнэ, чи, тунгусун тобэ чик сэ тэ, тэнгэ вэсэ ки ищи лэ самтанэ, тэн рава тэ марэс на чоу рэ, та тэга рэ. Та ти пату лаптугу ду. Бэд нов рэ, чик рэ, нэ ти, тэнэ лапту я мэнду, марэ самзу тэлла вэй. Вопрос заключался в том, когда мы говорим о субъективном и ясном свете, то мы говорили, что оно присуще всем живым существам. И когда разворачивается естественным образом стадии умирания, то есть когда обычное существо проходит, обычный человек проходит через стадии белого сияния, красного возрастания, черного предостижения, то в конце концов разворачивается стадия ясного света смерти. То есть о нем мы говорим как о наитончайшем уме. Но тот, кто задает вопрос, он подвергает это сомнению, является ли простой ясный свет, момент раскрытия ясного света умирания наитончайшим умом, который постигает пустоту. И тот, кто задает вопрос, ссылается на труды Лати Ринпоче, в которых сказано о том, что не всякий ясный свет является изначально мудростью, то есть знанием, которое постигает пустоту. В момент, когда это происходит у обычного существа, у обычного человека, проявляется ясный свет смерти, то этот ясный свет не направляется на постижение пустоты. И несмотря на то, что это наитончайший уровень сознания, тем не менее этому ясному свету присуща двойственность восприятия, присуща элемент двойственности, элемент восприятия
истинности, видимости того, что все видимости истинности объектов. Вот это до сих пор сохраняется для такого ясного света. И тут возникает вопрос, что получается тот ясный свет, который проявляется в конце стадии растворения, который имеет место во время естественной смерти, во время естественного процесса наступления смерти, то вот ясный свет, который проявляется в конце, это не настоящий ясный свет, но он называется так, потому что он доходит до наитончайшего уровня, но он не является фактически и мудростью, которую постигает пустоту, потому что это обычное существо, сансарное существо или обычный человек. Вот согласен ли Ринпоче с этим? Согласен ли досточтимый Чада Ринпоче с этим утверждением, или он придерживается другого мнения? И ответ Ринпоче заключается в том, что когда мы говорим об основополагающем ясном свете, то это и есть наитончайший уровень сознания. И когда речь идет о естественном процессе смерти, умирания, когда человек проходит через стадию ясного белого сияния, красного возрастания, черного предостижения, когда все это происходит в силу кармы, то есть естественно протекают все эти, сменяют друг друга все эти стадии, и в конце, когда проявляется ясный свет смерти, проявляется четвертый уровень все пустоты, всеохватывающие пустоты, или этот уровень также называется ясный свет смерти, то это действительно не та мудрость, которая постигает пустоту. Здесь мы можем также в тантрах, также в комментариях тантрах иногда указывается материнский и сыновний ясный свет. Можно вспомнить про материнский ясный свет, сыновний ясный свет. И когда опытный практик умирает, то происходит смешивание или союз материнского и сыновнего ясных светов. Что такое материнский ясный свет? Это тот субъективный ясный свет, который имеет место в конце процесса умирания. Это тот ясный свет, который естественным образом проявляется в конце стадии умирания. То есть это наитончайший ум, который естественно проявляется в конце смерти, процесса смерти. А сыновний ясный свет — это то, что опытный практикующий вызывает в себе во время жизни. Это то понимание пустоты, которое он порождает в себе, взращивает в себе, и при помощи воображения тренирует себя тому, чтобы возвратиться к пониманию пустоты, к постижению пустоты во время, собственно, стадии умирания. Хотя сейчас, например, элемент земли не растворяется в элементе воды, практик силой воображения созерцает, что сейчас происходит, идет соответствующий этап растворения, и этот более тонкий уровень сознания обращает на постижение пустоты и так далее. Когда вода растворяется в земле, в воде и так далее, затем проходят стадии белого, красного, черного предостижения. Все он это выполняет на уровне воображения. И благодаря такой тренировке, когда происходит, собственно, умирание, он при помощи своей этой силы практики, натренированности, может обратить во время непосредственной смерти, обратить наитончайший ум на постижение пустоты. Это называется смешением материнского и сыновнего ясного света. И то, о чем говорит Лати Ринпоче, действительно имеет свои обоснования. Например, выше мы говорили о стадии опустошения ума. То есть это стадия, которая называется Семвен, стадия опустошения ума. И здесь мы не говорим о том, что этот ясный свет является подлинным ясным светом, мудростью, которая постигает пустоту, или мудростью, которая определяет пустотную природу всех явлений. Потому что на стадии опустошения ума достигается лишь символический ясный свет или ясный свет по примеру. Это
постижение пустоты, которое происходит на уровне простого сансарного существа. И здесь, на этом уровне, конечно же, до сих пор присутствует двойственность, до сих пор присутствует видимость истинности явлений. И это так, потому что это не уровень арьев. И поэтому то, о чем говорит Лати Ринпоче, имеет свои обоснования. И этот ясный свет обозначается так лишь условно, когда речь идет о простом, об умирании простого человека, сансарного простого существа. Кроме этого, я не могу добавить что-либо. Когда достигается фактически ясный свет, то этот ясный свет есть мудрость, которая направляется на постижение пустоты. В этом случае это действительно ясный свет. Но в случае символического ясного света или достижения ясного света, по примеру, то это пока уровень обычного сансарного существа. Семне Шива дила Левайна, они Тумо Гомбайна, они Весе ди Мунду Джутугрес, Каши Шинетом Намато Мунду Джутугимарес, Каши Семне Шива ла Левайна, Шинема Томнаян, Тумо Тобги Весе Мунду Джутугрес. Yamena Shizoguran di Kuran Kandi di Kares and di Rimboche Sambala di Yon Yorbes, Yon Yamares, Yamena Semne Shiva la Matubaina, Shine Matopa do Semne Tuba, Dumba, Giaba Gubala Denda Jim, Vese Mundu Ju Yorbes, Yomares. That thing I love to Samaritas. Till a lampage in Mindudas. Till a lampage in Mindudas. So the question is here, Gila has heard, Gila was in the audience. So some people say that, well, when it comes to Tumo and the practice of calm abiding. Практики, шамадхи. Например, когда мы говорим о шамадхи, то Вопрос заключается в том, что шине достигается в конце прохождения девяти стадий, так называемых девяти стадий, и можно ли реализовать ясный свет при помощи... Некоторые утверждают, что ясный свет можно реализовать, раскрыть, когда мы достигаем шамадху. Некоторые говорят, что ясный свет реализуется при помощи тумо. И как бы то ни было, вопрос касается предварительных стадий шамадхи, когда не все девять стадий пройдены. Можно ли реализовать ясный свет, раскрыть ясный свет, если, например, практик находится на шестой, например, стадии шамадхи? На это Ринпоче вначале ответил, что он не знает. Он на этот вопрос, в принципе, нет ответа. И затем Геше Таши добавил, что благодаря тантрическим практикам опытные практикующие могут распознать ясный свет, направить его на постижение пустоты в момент непосредственного умирания и при этом не иметь шамадху. То есть тантрические практики могут без шамадхи добиться слияния материнского и сыновнего ясного света.
Yarves. Следующий вопрос. Имеет ли связь практика переноса сознания, практика пава с раскрытием ясного света, субъективного ясного света? Да, если достигается, раскрытие ясного света в момент смерти, и если этот ясный свет обращается на постижение пустоты, то это есть фактически пава. Настоящая подлинная пава, подлинная практика переноса сознания. Потому что при таком случае тот, кто достигает этого, добивается этого, он далее перерождается в виде адхары, держателем знания тайных мантр. То есть мы можем как бы здесь выстроить такую цепочку суждений, что вначале, если человек способен при помощи своей прижизненной практики распознать ясный свет и направить его на постижение пустоты, то фактически он привел смерть на путь Дхармакая. Если он способен привести смерть, умирание на путь Дхармакая, то затем в состоянии Бордо он также сможет привести все это состояние, промежуточное состояние Бордо, на путь Самбхогакая. Если это удается, то он также следующее рождение приводит на путь Нирмана Кай. Таким образом, это можно воспринимать, трактовать как пова, практика переноса сознания. Когда мы говорим пова, практика переноса, то это не обязательно должно быть так, что наше сознание устремляется через какое-то отверстие в другие миры. Если практик при помощи своей прижизненной тренировки способен распознать ясный свет смерти, направить его на постижение пустоты, то он тем самым может привести состояние умирания, бордо и нового рождения, привести их на путь трех тел, на путь трех кай. И в этом случае это будет, собственно, подлинной практикой пова. רציתי לשאול, עבור מישהו נניח מתרגל תומו, מה הוא היה ממליץ לתרגל כדי לקדם את ה... זאת אומרת, במדיטציית המאמודרה, בשלב השמטה, הרנריק והרוצ'יקפה, ואם יש עידה מסוים שהם עובדים איתו או... גילה... Tumon Yamlin Chevaina, Rapish and Consul and Chichi, sorry. Tumon Yamlin Chevaina, Western Mundujuela, the Yopojin, Yaman and Yamlin Pudujin, but then the Chawaina, Jimboche, Consola, Labja, Kalo, Kalechi, Nangina, Penaconso, Ida, Mixechi, Latene, then Dauchi, Yongerve. Janji kaga janjun jikpa yamana jikpa disebo chala gyoboden de mundu chala nyamnen kare chena yagare sidam kare la tenne yongres tat tumme damga tembe ene idam chidan rodan chebe na idam kholu demjo idam geba durji gedur hebajara t
та тузо эне миксеги туме дамга тембеги и дамчи ре сунгу яре туму те тетан реги яре сунгу яре та тетан реги чиг тоне эне коло ябка яре юмга яре ябта юмбене демжо ине яб яре юм яре ябла тене гомея яре юмла тене гомея яре та тинде тинде рес о та туме нямле тиги эне вёсе чатавлия миксе пендо чембо яре бесади таги те Пече дина не тенсуас, чизу мела ребеги, ане тумулам ди мандо ис, во тендесчен сунгудуас, нару чудути, таве зон ис, нару чуду нане тума жай инду тамбо тамбо ти тумаредуа, ане гюлювесе парто, ане милам, ане фоа тунжусин, кеча юнгудуас, во тин нанги, та чангме синдзинсат, шитенти, ане туму чагудуас, во та туму нямленла тене, гюлюя тенеон, весея тенеон. Ane milam da parto saet zoya tene yo pawa chungju ya tene da tumu de kechengu res de kare res sendi tumu de kechadan de kare sna tumu me ba wal tene ane chi kam shue ane chi tindegi chi nubal tene ane sheba navei kasor kundo jeju parin basindo tim ane navei she tim chebei she tim nyato she tim ane wese chaya o tindegi эне нечи юнгу яре те инду эне тумуду кечему ресне мандо чадан тусре тане кеч беч тега дигмендусан нэнди мен кудата амбат шилайс. Следующий вопрос. Здесь было сказано о том, что практика тумо способствует быстрому распознаванию ясного света, и не мог бы Ринпоче в этой связи дать наставление о практике какого идама? Не мог бы Ринпоче посоветовать на практику какого идама лучше опираться для того, чтобы практиковать в туму, для того, чтобы затем при помощи этой практики прийти к более быстрому распознаванию ясного света. И Ринпоче ответил, что в целом наставления о тумо больше даются в тантрах, чакрасамварах и ваджи этих идамов. И что касается чакрасамварах и ваджи, они также могут созерцаться в одиночной форме, также созерцаться в форме ябьюм, то есть главной фигуры и спутницы. Также можно созерцать только главную фигуру, мужскую фигуру. Также можно созерцать только женскую фигуру, только спутницу. То есть есть разные вариации созерцания этих идамов. И поэтому, если говорить о практике идама, то чакрасамварах и ваджа здесь особо связаны с практикой тумо. И что касается связи между тумо и ясным светом, с распознаванием ясного света, то выше мы читали слова Миларепы, слова из его духовной песни, где он говорит о том, что тумо есть краеугольный камень духовного пути. И Миларепа пишет, что шесть харм Наропы — это обитель медитации. То есть в своей песне Миларепа приводит четыре обители. Обитель воззрения, медитации, деяний, достижения. И шесть харм Наропы по Миларепе — это как раз как бы твердыня или цитадель, из которой складывается практика медитации. И шести харм Наропы — первое — это практика тумо, практика разжигания внутреннего жара. Это также такие практики, как практика иллюзорного тела, ясного света, сновидений, практика бардо. И это практика пова, переноса сознания, и практика вхождения в мертвое тело. Вот это шесть практика дронджук, вхождение в мертвое тело. Это шесть йог Наропы. И здесь мы видим, что тумо предваряет все. Это так, потому что, когда мы разжигаем огонь тумо, то это приводит к расплавлению элементов, а расплавление и затем нисхождение элементов вызывая определенные переживания радости, наслаждения, приводит к исчезновению, к утончению и к исчезновению 80 концептуальных построений.
Когда эти 80 концептуальных построений исчезают, уходят, приходят в упадок, то наше сознание переходит на более тонкие уровни. То есть вначале уходят соответствующие концептуализации, которые присущи уровню белого сияния, затем уходят концептуализации, присущие красному возрастанию, затем черному предостижению. И тогда, вот на эти, когда эти три уровня проходят, все 80 концептуализаций истончаются, они уходят, и тогда достигается уровень ясного света. И я также хотел бы сказать о том, что практика Тумо также еще обладает особенностью, связанной с развязыванием узлов, потому что Тумо практикуется, созерцается при практике Тумо, главный упор делается на пупочную чакру, а над пупочной чакрой есть чакра сердечная, горловая и чакра макушки. И делая практику Тумо, мы также делаем особый упор на развязывание узлов, что, конечно, также способствует распознаванию ясного света. Давайте посвятим наши заслуги. Пусть в этой стране, окруженной снежными горами, ты источник всего счастья и благоденствия, всемогущий Чинрези Тензин Гяцо, да пребудут твои лотосовые стопы в этом мире до конца сансары. Высшая драгоценность Бодхичитта, в ком еще не зародилась, да зародится, в ком зародилась уже, да не ослабеет, но возрастает все больше и больше. Высшая драгоценность постижения Махамудри, в ком еще не зародилась, да зародится, в ком зародилась уже, да не ослабеет, но возрастает все больше и больше. Подобно герою Манджуши и Самантабхадре, постигшим таковость вещей, и я наилучшим образом посвящаю эти заслуги, дабы следовать их безупречному примеру.